в этом году была создана коалиция за устойчивое развитие страны. Это как раз гражданская инициатива, которая объединила достаточно большое количество некоммерческих организаций, экспертов, журналистов, просто людей, ну, как гражданская инициатива, для того, чтобы написать отчет от гражданского общества и пожелания государству о достижении целей устойчивого развития ООН. Как известно, ООН приняла 17 целей устойчивого развития. Они созданы для того, чтобы объединить нации, государства всего мира в едином порыве преодолеть кризисы. Кризисы голода, нищеты, гендерного неравенства, уничтожения экосистем суши и моря и многое-многое другое. И для каждой страны, вот в рамках этих глобальных целей, есть свои программы. Да, и таким образом все хотят объединиться во всем мире и стремиться к его достижению. Россия является одной из стран, которая поддержала этот курс. И очень многое делается, и это интереснейший доклад, потому что это срез от людей, гражданского общества, кто непосредственно работает с людьми, каждый в своей нише, сталкивается со всеми проблемами. То есть, знаете, это люди, которые стоят на земле. И этот отчет им очень интересен. И в этом году все страны предоставляли отчеты о своих достижениях за последние 5 лет. Да, 5-10 лет, насколько все хорошо. Этот отчет он был предоставлен в ООН, в Вашингтоне или в Нью-Йорке, по-моему. В Нью-Йорке в главном офисе ООН, и все страны представляли свои отчеты. И некоторые страны предоставляли два отчета. Один шел от государства, а второй от гражданского общества. И там, где шло два отчета, для страны было это намного более престижно, потому что они показывали, что у нас есть не только государственное зрение, но у нас есть еще и зрелое гражданское общество, которое может подготовить документ со своим видением. И вот я участвовала как раз в написании отчета о гражданском обществе, и он был там представлен, и наше видение целей номер 14, вот я занималась как раз сохранением экосистем морей и суши. При этом наш отчет был представлен в аналитическом центре при правительстве РФ, там были представители государственных органов, он был активно представлен, и отчеты сами должны быть отправлены в непосредственно ведомство министерства, где что происходит. И что очень важно, и даже очень многим как раз людям из государственных органов он понравился, что это немного другой взгляд. Это взгляд снизу, это сама роль, если говорить о теории вот власти, то как выглядит взаимоотношение государства и общества. Это такая пирамида, вот общество, потом идет гражданское общество, потом идет государство, и потом человек, который принимает главные решения. Да? Это такая пирамида. И вот между вот этим вот вторым и третьим вот, гражданское общество, оно гораздо больше общается с самим обществом, с людьми, да, там гораздо больше людей, которые и неправительственных организаций, которые могут собрать информацию, узнать о большем количестве ситуаций. И потом гражданское общество, когда оно все собрало эту информацию, оно передает государству, чтобы государство думало, что с этим делать. Это такой, знаете, дополнительный канал информации о ситуации в стране и в различных ситуациях. И таким образом мы передали вот все наше видение обо всех проблемах, что происходит, высшее государство. И к этому отчету очень хорошо прислушались. И он будет таким, знаете, дополнительным источником информации. И сам курс, эта коалиция, она продолжает жить. Потому что одни из самых таких ярких представителей некоммерческих организаций, они объединились, создалась некая такая новая комьюнити, структура, все с разным бэкграундом, с разными знаниями, с разным опытом. Но мы можем все обмениваться. И это создает такую удивительную синергию. Вы знаете, поэтому сейчас уже к нам обратился Greenpeace помочь написанием зеленого курса, который они пишут. И таким образом создалась новая структура, интересная, сильная, которая может говорить и об образовании, о здравоохранении, и об экологических вопросах. И это очень здорово.
Я думаю, что у этой коалиции у нее очень большие перспективы, потому что вот это цели ООН, они долгосрочные, они до 30-го, до 50-го года. И таким образом в нашей стране появилась структура гражданского общества, которая может быть представлена и на высшем политическом уровне, и участвовать в различных международных встречах, потому что многие специалисты говорят, что очень мало из России гражданского общества, кто участвует на международных встречах, а это нехорошо. Наши ученые, не только ученые, участвуют, там представители бизнеса, других структур, но гражданское общество, представители некоммерческих организаций, они тоже должны появляться на международной арене, чтобы доносить точку зрения российского гражданского общества и позиции России в целом ряде вопросов. Но от нас многое зависит. Мы можем поддержать какие-то инициативы. Конечно, если смотреть на то, что сейчас происходит в общем мире, общество уступило многое государству, если говорить о моменте, там, знаете, когда хиппи были, еще что-то, тогда гражданское общество смогло отвоевать огромное количество свобод для себя, для мира, для животных. То сейчас, если смотреть в целом на всю планету, то люди уже сдают позиции, да, и гражданское общество, оно сдает позиции. И у государства гораздо больше власти, и влияние общества, чтобы услышали общество, намного сложнее. Да, многие люди используют там, бизнесы или какие-то, не знаю, либо бизнес, либо недобросовестные люди, кого на самом деле в мире особо очень много, они используют нехорошие такие... нехорошие, недобросовестные факты, что-то придумывать, чтобы очернить чистую совесть гражданского общества. Да? И это очень активно используется, когда людей неугодных, которые хотят сделать что-то хорошее, их просто очерняют и таким образом не дают им голоса. И мы вот в этом очень сильно увидаем. И очень важно, чтобы государство, вот лучшая его часть, которая не погрязла в незаконных каких-то делах, она обеспечила безопасность гражданского общества, потому что диалог гражданского общества, бизнеса и государства – это единственный путь, который двигает прогресс вперед. Да, и это очень важно. И если говорить о нас, как об обществе, что мы можем делать? Ну, конечно, вот я могу первое, что предложить, это подписать петицию Only One. Сейчас есть петиция в поддержку Антарктики, можно ее подписать как такой простой шаг гражданского общества. Второе, нужно очень аккуратно быть с ресурсами, с пластиком. Мы все знаем, что нужно сделать. Как экономить воду, электричество, как меньше потреблять. Это всюду и везде. И здесь главное найти свою мотивацию. У каждого она должна быть своя. Что тебя именно заставит, почему ты захочешь, что тебя смотивирует к такому шагу, чтобы меньше потреблять пластика, меньше покупать, быть более дружелюбным к природе. Каждому нужно просто найти что-то свое. То есть мы все можем в этом во всем участвовать.